от нам, дорогие друзья. Меня зовут Александра Кутепова, я сертифицированный преподаватель кундалини-йоги, и я рада вас приветствовать на портале dayoga.ru. Сегодня говорим о солнечных ожогах, которые так часто подстерегают нас летом. Если вы вдруг поехали на несколько дней или в отпуск и не взяли с собой специализированных средств, то обычно по доброй русской традиции вы пользуетесь такими средствами, как сметана или кефир. Я предлагаю вам то, что есть всегда под рукой, зачем не надо ходить в магазин. Это зубная паста с ментолом или с мятой, то, что вы обязательно берете с собой, даже выезжая из дома всего на несколько дней. Совет очень прост. Если вы обгорели, то на обгоревшие места следует средним слоем наложить мятную или ментоловую зубную пасту, подождать, пока она высохнет, после чего ее смыть. Если у вас есть возможность, и на территории недалеко от вас есть алоэ, то также эффективно будет добавить данное лечение, обмазав себя соком алоэ. Прям довольно плотно и много, чтобы обожженные места были покрыты прям вот этим вот соком алоэ. И тогда ваша кожа увлажнится очень быстро, болевые эффекты уйдут, и вы проведете весь остаток дня в добром, прекрасном настроении, чего я вам желаю на протяжении всего отдыха. Хорошего дня, будьте здоровы!